холодный зимний вечер, я под этою луной кем-то свыше был замечен. Дамы и господа, позвольте вам представить. Валерий Алексеевич Жаров, музыкант, певец, композитор, продюсер. Просто хороший человек. И просто хороший человек. Мы находимся в его жилище в одном из подмосковных поселков. Валерий Алексеевич, давайте как-то очень душевно начнем. Сейчас как раз прекрасный душевный день, 1 мая, после которого начинается теплынь. Расскажите, пожалуйста, ваше советское социалистическое счастливое детство, ваши первые потуги взять в руки какой-то инструмент, ваш родной город, ваше учебное заведение и ваше первое появление на большой сцене. Мой родной город Москва, я родился на проспект Мира, Крестовский мост, улица Мариинская. Первые потуги начались в школе, где я создал великолепную группу усилителя «Прогулка» 74-75-76 года. Два человека из группы поступили в МАИ, там приклеились еще два шикарных человека: Сергей Березкин, гитарист Ленком, и Владимир Богомолов, барабаны. Ваше детство как раз пришлось на то время, когда как раз у нас появились первые вокально-инструментальные ансамбли. Можно. И так далее. Это в 63-64 уже Александр Борисович Градский, Царство Небесное, уже фуричил, там уже Рубину, Атака Рубины, там уже все начали. Опять над Россией вороны, как тучи кружат и кричат. Эх, бараночки, конфеты, бары, растобары, мы лесные самоцветы, дикие гитары. Поющие гитары. Поющие гитары, это был 67-й год. Забыло человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу за сад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса, колеса. А вот я продолжаю 74-75-76 группу «Весенняя прогулка», которая из школьного ансамбля перешла в студенческий, работала со многими популярными на тот момент группами, типа «Чистая случайность», даже «Удачное приобретение». Я уж даже и не помню, Костя Никольский, какие-то группы. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, расправил нервной рукой на шее черный бант. Ну, Костя Никольский, он совсем чуть-чуть вас постарше, на каких-то 5-6 лет. Ничего, да, именно не на 6, на 7. На 7. Это, и то же самое. Он начал воскресенье, и, соответственно, потом воскресенье распалось. Начал в жизни, как темные чаще, каждый чуть-чуть пропащий, как заблудившиеся дети. Так, ваша школа. В школе вы создаете первый ансамбль. Как можно более подробно расскажите, пожалуйста, о нем. Как вы играли, что вы играли, на чем вы играли? Мы играли на гитарах, на барабанах, естественно. Гитара, барабаны. Группа «Усиленная прогулка».
Что мы играли? Мы играли «Машину времени радио». Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. Мы играли «Криденс». Элементы Слейда. I believe in woman, my oh my. Рай хип, как без корпуса, из Ливи. Пальцы сплетались, я бас-гитарист, но играл. А в институте это уже приклеился Сережа Березкин, это группа была очень высокопрофессиональная. Березка один из лучших гитаристов страны, как я считаю. Я, потом вокалист, который был в школе, другой барабанщик. Клавиш у нас не было никогда. Нет, был момент, играл на клавишах один однокурсник, который впоследствии стал генерал-лейтенантом серьезной структуры. Ну, так бывает. Был момент, да, на фестивале поиграли с ним на орган «Матадор». В 82-м году меня успешно исключили из института. Я успешно ушел от армии и продолжил играть в ресторанах. Я в ресторанах с 80-го года. В очень многих ресторанах играл в городе Москва. В 82-м году я ушел в Москонцерт. Попал в группу «Вечный двигатель» Кати Цужиковой. В 1987 году во второй половине меня сманил Александр Витальевич Сивковицкий в группу «Автограф», которая работала у нас в концерте. Как вторым бас-гитаристом, потому что Леонид Гудкин учился в университете, иногда не мог выезжать на гастроли. Это замечательно. Да, я хочу, чтоб тот, кто идет со мной. Вы быстро прошлись по основным моментам молодости вашей, очень быстро прошлись, и я считаю своим долгом как-то кое-что выяснить с большими подробностями. Ваш институт был Московский авиационный. Московский авиационный институт имени Свердлова Орджоникидзе, да. У вас было такое понятие, как хоть какой-то любимый предмет или учеба как таковая? Вся вот эта физико-математическая, техническая компонента. Я попал в институт, чтобы не пойти в армию. Ну и в целом, как бы, тактика себя оправдала или нет? Абсолютно оправдала. Я два раза оставался на год пропускал из-за того, что одни двойки были. Но мой ансамбль не выгоняли, потому что мы были знамя, срадное знамя института. Это общеизвестно, что в Московском авиационном институте была такая политика. Там всячески стимулировалась любая общественная работа. Насколько до меня донесли слухи, по крайней мере, в мои годы. Мои годы примерно с 84 по 90 год. И более того, там были даже студенческие надбавки за активную общественную работу. То есть, если студент проявлял некую общественную активность, например, помощь в организации каких-то массовых праздников, помощь в организации каких-то приема необходимых лиц, то, соответственно, это всячески приветствовалось. Ну, да, да. Там было много творческих коллективов, было много потрясающих людей. Ну, можно достаточно вспомнить, ну, простите, но достаточно известный юморист Михаил Задорнов, насколько мне известно. Я работал в его театре, назывался театр. В общем, театр, да, был Задорнов. Там уже был и Олег Митяев, и достаточно экс-ББ. Валера Левушкин, ну, там много чего происходило. Это прекрасно. То есть мы откопали такой замечательный пласт советской культуры, как агитбригада Московского авиационного института. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, чудак, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно. Ну вот, собственно, 2-3 предложения. Вот как у вас, что получалось? Мы были музыкальным оформлением. Мы играли. Так, вы играли. Вы играли. То есть играли, насколько я понимаю, что-то советско-патриотически молодежное. Да, конечно, даже. Ну, на танцах. Там было не молодежное, но не патриотическое. Ну, на танцах все идет развлекательное, это понятно. На танцах были бы ритмы задорные. Да, лишь бы, да.
Лишь бы забойно, лишь бы все были на ушах, лишь бы все кричали, визжали, ходили в экстаз и так далее. Это общеизвестно. Позвольте за вас порадоваться. Вы как-то не убереглись от того, собственно, до диплома вы не досуществовали. В конце концов, техническая компонента Московского авиационного института в рамках, как у меня складывается представление, вас все-таки оттуда вышвырнуло. Вышвырнуло, да, и очень хорошо, удачно до окончания официального третьего курса, хотя я там проторчал 5 лет. Это хорошо, потому что я был бы не выездной. А с группы «Автограф» я в 85-м году уже гастролировал за рубежом, что я был выездной. Замечательно. Перед группой «Автограф» скажите, пожалуйста, жизнь музыканта ресторанного и жизнь музыканта москонцертовского. Как по впечатлениям, по эмоциям, по заработкам? Все, что не составляет личных тайн. В ресторане я начинал один, второй, третий, такие средние. И в 79-м году я попал в самый шикарный ресторан города Москвы, Севастополь. 4-й этаж, ресторан «Таврия». Гостиничный комплекс «Севастополь», который строился перед Олимпиадой. И попал в ресторан, где играли сумасшедшие музыканты. Просто сумасшедшие музыканты играли. Это был самый посещаемый ресторан. Там делались ночники, как не понимаю, но после первого месяца работы, ну, падно же был, шел. Потом в конце месяц проходит, и мне руководитель Саша Блинов, царство небесное, дает мне порядка 1000 рублей, и я ничего не мог понять, я не знал, что с ними делать. 20 лет. Неужели? Да. Тогда это было примерно сравнимо 1980 год с заработками в стройотрядах. Ну, стройотряд, да, там какие-то там. А учитывая то, что вы были молодые, задорные, что играть всю ночь вам было не очень физически напряжно? Знаешь, абсолютно нет. Я учился в институте и играл в ресторане. У меня был собственное такси, которое, если ночник, мне привозило за пару-тройку-четверо часов к институту. Я спал в такси. 8 меня будил таксист, я шел на 8 меня будил, и полдевятого начинали встретиться. Нормально, зато в кармане денег было. Позвольте за вас порадоваться. То есть здесь, соответственно, уже пошел некий задел на жизнь грядущую. И, собственно, когда вот эта вот романтика музыканта чисто ресторанного уже сошла на нет? Вот примерно когда это было? Вот когда я в Москонцерт ушел. Это примерно 83-й? 82-й. 82-й. Можно более подробно об этом переходе? Собственно, ресторан вам, романтика ресторанного, но, собственно, это как-то романтика с одной стороны, с другой стороны, там какие-то определенные степени риска. То есть там пункт первый, тебе банально не заплатят за заказанную песню, там пункт второй, ты песни просто не знаешь, поскольку она слишком модерновая. Я знаю все песни. В хороших ресторанах знаю все песни, которые спрашивают на тот момент. Ну, шлягеры, которые поют вся страна. Ну, ресторанный жанр – это эпоха, это совершенно отдельная песня. А в Москонцерте меня просто пригласили Женя Бабкин, руководитель, Катя Сурка, потому что я был весьма востребованным музыкантом, я потрясающе играл по нотам, у меня был великолепный инструмент Aria Pro 2. Меня пригласили, я вошел в состав, мы играли. Это все очень романтично, примерно так же начиналась сценическая карьера Юрия Эдуардовича Лозы. Примерно так же, в рамках моих представлений. Да, примерно, да, после «Плинуса». Да, потому что у него началось все то же самое ресторанное, только в Алма-Ате, потом у него пошел Саратов и так далее, но его биография вообще известна. Да, еще у него была знаменитая группа вот под названием «Зодчи». А, ну «Зодчи» это позже. Это был «Примус», альбом «Примус», который мы писали в Краснознаменске с Сашей Бондарем. Я ставил аппаратуру, мы писали первый альбом «Примус», мы с Сашей Бондарем записали. Глаза уже пел там свой «Сегодня в баре». «Девочка сегодня в баре» — это была вообще известная песня, которая хороший, черный. 82-й год. Да, 82-й год как раз. «Девочка сегодня в баре, девочке 15 лет, рядом худосочный парень, на двоих один билет».
Мои 14 лет, там хороший черный пиар составила «Комсомольская правда», которая сочла своим долгом пункт первый эту песню упомянуть, пункт второй эту песню она сочла долгом как бы облить грязью. Шло определенный конфликт с тогдашними поведенческими установками. И вот Евгений Бабкин, он вас приглашает в Москонцерт. Катя Суржикова была такая очень интересная в рамках моих представлений сценическая биография, как у меня сложилось впечатление. Ей очень хорошо удавались отработки концертных программ, на телеканалы ей прорваться не удалось. Расскажите об этой певице, насколько мне известно, она сейчас здравствует, в каком жанре вы работали? Ну, какой жанр такой? Легкая эстрада. Легкая эстрада. Акробатика, она все время крутилась, она же такая спортивная была. Вроде эффектная, вроде фамилия. Дочка Ивана Суржикова, певца народных песен. Прекрасно. А я намою до сияния посуду, сгоняю быстренько за хлебом гастроном, белье подлажу, навещу соседку Люду, готовлю ужин и засну мертвецким сном. Во сне увижу экзотические страны, я в теплом море накупаюсь от души, и будут в прошлом быть милы на диване со мной Том Круз, на мне купальник Дживанши. Очень известный человек. А там мало чего рассказывают. Весь он двигатель, ну, прошел и все. Пошел, то есть группа существовала недолго? Не, группа после меня существовала лет 5. В ней еще Вова Валенко играл в 86-87 году. А вы с Владимиром Евгеньевичем? Дай денег, дай. Дай, дай, денег, дай. Дай, дай, денег, дай. Дай, 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 денег, дай. Нет, не, мы никак. Я уже с 84-го. Более уже в автографе. Хорошо. Вы покидаете группу Кати Суржиковой. Вы поступаете на работу в ансамбль «Автограф» Александра Ситковецкого. Да, скажите, кто меня пригласил? Расскажите, пожалуйста, вы приглашаетесь, как ясно следует из ваших рассказов, как гитарный виртуоз. Нет, далеко не виртуоз. Я приглашаюсь как второй бас-гитарист, умеющий играть по нотам и на бас-гитаре. Потому что я уже как 2 года, с 82 года, я учусь в училище имени Гнесиных на эстрадном отделении. Так, прекрасно. Я приглашаюсь, потому что в Лёне Гудкина, он как учащийся в консерватории по фаготам, а был момент, когда он не мог выезжать на плановые официальные гастроли группы «Автограф». Гастроли срывать нельзя. Я второй бас-гитарист. Расскажите, пожалуйста, об вот этих гастролях. Это вот очень интересно. Группа «Автограф», насколько мне известно, была группа... Здесь я боюсь поставить в глупое положение и вас, и себя. Песен, как таковых, было мало, и были в основном одни инструментовки. Нет, тут песен было очень... Инструменталов там было «Время вперед» и «Марсианские хроники». Все. Так. Остальные были песни. Ирландия, Уолстер там, и так далее, там, «Память Леннона». Просто этой группе именно с песнями в популярности не очень повезло. Ну почему? «Автограф» был очень популярной группой на тот момент. Очень. Залы битком, стадионы битком, «Ворсе спорта» биток. Групп не было, которые выезжали с сумасшедшей хорошей аппаратурой, звучали, играли такой так называемый арт-рок. Прогрессив-рок. У нас не было таких групп. То есть был один-единственный «Автограф» из, да, прогрессив-рока? Все остальные были «Умца-умца», там, «Алешкина любовь» и прочее, там, какие-то такие. Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить? Не могу я это сделать, не могу. Нет, но к этому моменту, когда начал уже... была сформирована и начала работать вот группа «Автограф», была четко в нашей популярной культуре, роковой, молодежной, два направления, которые легко были отличимы друг от друга, московское и петербургское. Ну, это был уже где-то ближе к 86-му году. Ну, я уже в 86-м, я уже ушел из «Автографа», я совершенно случайно познакомился с Юрием Чернавским. Thank you.
мы с которым сблизились просто как вась-вась брат-брат, меня пригласил именно в создание студии «Рекорд», где я был второй человек, а когда несколько месяцев он, Пугачев и прочие гастролировали по Индии, я был исполняющим обязанности художественного-руководителя студии «Рекорд». У меня было творческое объединение «Класс» в рамках студии «Рекорд», которая официально была приглашена Сашей покойным Беленьким в Москонцерт, студия «Класс», где был официально заместитель художественного руководителя, директор Беленького по Москонцерту. Это впечатление производит. Да. Но это тоже вот «Рекорд», группа «Класс». Первые концерты у нас работали сумасшедшие люди, которые делали концерты нелегальные. Эдика Смольного, Бранденберга покойного, Литвака, Игорька. А мы все делали официально, отдавали какие-то деньги. Деньги шли в кассу, мы их обналичили, оставляли себе на студии «Рекорд», а им отдавали, им было шикарно работать официально. Но «Рекорд» рекордом, я в «Рекорде» начал задумываться о продюсерстве. И где-то, ну, уже в первый момент продюсировали группу «Класс» 87-й, 88-й, или нет, 89-й, в 89-м я встречаю Евгения Осина и начинаю работать с ним, как продюсер. Это очень интересно. Вот, собственно, ваши первые шаги как продюсера, это с чего все началось? С интуиции, что я могу. Что продюсер, это не музыкант. Продюсер. Человек, который отвечает за конъюнктурную способность творческого, в данном случае, музыкального материала. У нас продюсеры называют те, кто там заряжает какие-то концерты. Это не продюсер, это тур-менеджер. Я не сказал бы продюсер, это как ясно следует из английского смысла этого слова. Какое? Это тот, кто производит. Правильно, производит, производит, но задача — производит конъюнктурно-способный материал. Обязан конъюнктурно-способный, коммерчески. Производит, совершенно верно. Продюсирует. Смотрите, я не собираюсь сегодня рассказывать, что такое продюсер. Я продюсер. Позвольте за вас порадоваться. Фадеев продюсер. Максим. Максим Фадеев. Игорь Матвеенко сегодня продюсер. Дробыш продюсер. Костя Милатов. Продюсер. Дальше вопросы пошли. Дальше вопросы скажите. Но вот вы назвали кучу имен в мире продюсеров. Как вы выглядите на их фоне? Вы выглядите как самый первый, как вы выглядите как самый удачный. Я никак себя не сравниваю. Мне это как-то до такой лампочки. Они хорошие люди, они в этом бизнесе, они на этом деньги зарабатывают. У меня продюсирование — это хобби. Поэтому я зарабатывал на этом деньги. А большинство, которые влезут в продюсеры, хотят заработать денег, у них мало у кого чего получается. У меня хобби это. Я продюсер хобби, у меня есть другая статья доходов. Не у всех они есть, эти статьи доходов. Да, но не все продюсеры. Продюсер — это интуиция. Как говорит мой отец, мне очень приятно эти слова, когда к нему обращаются. Позови меня в ночи, приду. Прогонишь прочь, с ума сойду. Скажите, вот это вот так или не так? Мне очень приятно будет. А говорит, позвольте Жару, он вам точно скажет, как надо играть. Ту-ту-ту или та-та-та. Но это надо действительно иметь хороший дар. Значит, тогда позвольте порадоваться за ваш дар природы. Значит, вы кое-что рассмотрели в Жене Осине. Я могу сказать, когда я впервые слышал голос Жени Осина, это когда он играл в группе «Браво», и группу «Браво» крутили по какому-то очень популярному телеканалу. Чуть ли не первому каналу Останкино, и там он пел популярную вещь по переулкам, бульварам и так далее. Это мой город Москва. Москва, да, это его песня личная, поэтому не вышла на новых авто. Ну ладно, это уже не самое главное. Великолепный голос, великолепный интервью. Ну вообще голос номер один второй половины. Последней четверти 20 века и всего 21 века. Мое личное мнение. Давайте начнем с самого комичного.
Потому что, конечно, Женя Осин фигура в известной степени трагичная, к величайшему сожалению. Потому что был определенный момент в его жизни, когда его жизнь просто пошла вниз. Он не смог победить свою страсть к алкоголю. Он не смог. Да. И как у меня создалось впечатление по мотивам других материалов, которые до меня донеслись, ему не мог помочь никто, и, соответственно, сперва он просто... Он не хотел. Он не хотел? Сам что мог. Если бы вы знали, сколько сил, средств, и что... Ну, хотя бы моя жена, которая занималась, которая возила его в клинике, в настоящей клинике, где там Сукачёвы, все наши актеры валяются. Я номер не помню. Я, который считал своим другом и прочим, который всегда говорил, что я его сделал. Он был одинок. Вот об этом все беда. Если бы у него рядом с ним была правильная женщина, он бы смог выжить. Только одиночество сломало. Это отдельная песня, не хочу ее трогать. И поэтому... В рамках моего представления у него была жена, с которой... Ну... Это он разошелся, потому что... Давай не в причине. На момент срыва, очень серьезного срыва, когда пошел, рядом с ним никого не было в зал. И он, грубо говоря, ну просто не собладал и так далее, это общеизвестно. Ты ушла в июльский вечер, в тишине погасли свечи, я опять не смог при встрече главное сказать. Ну да, потому что вот, был бы кто-то ради чего-то, мотивации не было. Мотивации? У него не было пропали мотивации. Мотивация была, должна была быть женщиной. Давайте дальше. Один единственный вопрос. На знаменитом его концерте, когда на сцену вышел Борис Николаевич Ельцин и участвовал в подтанцовках, вам посчастливилось присутствовать? Нет, это был паровоз ельцинской рекламы перед 96-м годом, перед президентской. Там много народу участвовало. Шмольники, шмольники и прочее там. Я приношу изменения. Я не знаю, насколько я имею право задавать такие вопросы, потому что начало продюсерской деятельности, сколько угодно, и творческой единицы – это прежде всего вложение. Вам да. Вложение удалось как-то легко найти? Там в 90-м году это вообще было все на дружбе. Девочка в автомате у меня обошелся за все про все, со съемками, с камерами, там, со всеми тыр-тыр-тыр-тыр. Я помню, там в $1000 совершенно. Смешно. Песня, которая принесла миллионы. Позвольте за вас порадоваться, но кроме съемок еще нужно, я приношу извинения, как-то пропихнуть на телеканалы, а тогда это уже стоило. А у меня все по дружбе выходило. Ну, если так, то позвольте порадоваться. С вашего позволения, один раз волею судьбы наш общий знакомый Владимир Евгеньевич Валенко похвастался, точнее произнес такую занятную фразу. Пару-тройку раз его на некоторые телеканалы с его выступлениями взяли просто за красивые глаза, как он выразился, да. И просто ни много ни мало за то, что он был, ну простите, отличником Гнесинки. Соответственно, вот ваше мнение, это реалистично? Да. То есть это вполне могло быть? Тогда да. Столько башло. Сейчас только. А тогда Вовка Цуканов, царство небесное, я уже ушел с Матвеевским интерпором Сингер. У него группа Любе, которую я пишу в гостинице «Ленинград» на своем этаже в люксе. Песню «Не валяй дурака, Америка». А вот теперь моя любимая песня. Попробуем спеть. Вовка Цуканов снимает утреннюю почту. Мы сидим, он говорит, а что, мне еще одной песни не хватает. Есть песня, а мы с Матвенко отдыхали. И говорит, нет, надо было записать. Он говорит, ну давайте. Я с вами поздно высылаю баян. Мы что-то начинаем писать. Какие-то мне вещи прислали в ванной. Записываем песню. Такая сраная какая-то фонограмма. Потом в Москве переписали в студии рекорд. Мы отдаем, снимают Любе. Не валяй дурака, Америка.
«Утренняя почта». По дружбе. Потрясающе. Не у всех бывает такая дружба. Вот. Валерий Алексеевич, тогда давайте немножечко поиграем в карты. Я сейчас буду на выбор вам называть те или иные фамилии, маломальски популярные в нашей песенной культуре. А вы говорите на выбор, о ком из них вы бы хотели сказать что-то поподробнее. Ситковецкий, Гребенщиков, Шевчук, Макаревич, Подгородецкий, Мамиконов. Абсолютно разные люди, абсолютно разные артисты. Скажите, пожалуйста, об этих персонах. Общение с кем из них оставило наиболее приятное впечатление, на вас повлияло? Ведь тоже творческий человек. Музыка пишется не просто так. Пишутся по вдохновению, песни то же самое. Пишутся они по вдохновению. Здесь начинаются вариации на тему тонких энергий. Можете назвать кого-то не из русскоязычного пространства, который на вас оказал хорошее влияние. Тут вижу очень много у вас фотографий знаменитой группы Beatles. Первые импульсы, от кого вы ощутили? Beatles. Ну, Beatles это старт, это... Да, Beatles это старт. Beatles это открытие новой эпохи. Об этом говорят все. После Битлз все началось. Да, после Битлз все и началось. А вот из тех людей, Александр Витальевич Ситковецкий. Я ходил на его концерты, еще было високосное лето. Вот и там коня, нас возьмет тот конь в стране лиловой тишины. Где живет мечта, где моря, как зеркала. Будучи таким деятелем, человеком, я даже занимался деятельностью концертов, я делал концерты и Градскому, и Рубину Атаке, и Араксу, и Високосному лету, и Воскресенью. Даже тяжело вспомнить. А с 1984 года Александр Витальевич, я и автограф. Каждое воспоминание, как отец говорит, Ситковецкий, это у нас человек пуля. Он больше даже администратор, чем музыкант. Хотя вот он недавно, лет 4 года, 3 года, записал двойную пластинку в Лос-Анджелесе. Шикарную. По звуку шикарную. С хорошими музыкантами. Потом он был партнером по бизнесу в компании ETTrade, в которой я участвовал. «Машина времени», я знаю всех. Достаточно интригующая история. Была интригующая история в жизни группы Beatles. Я пытался как-то разгадать, как человек, который любит разгадку детектив, что являлось самой действенной причиной быстрого ухода господина Джона Леннона из жизни. Там все написано. Человек хотел прославиться, который его убил. Это очень просто. Я предлагаю пройти тут быстро. А еще машина времени. Я могу показать массу фотографий на каких-то тусовках. Вон там даже висит, где на сцене 50-летие Маргулиса. Ух, я понял, прошу, 50 лет Маргулиса. Я, Леша Белов, Вайт, Макаревич и Валерка Ефремова на барабанах. Это весьма неплохо. Весьма. Мамон, я его просто очень уважаю, считаю вообще проводник божий. Шевчука, ну, играет, играет шикарный голос, шикарные тексты такой, немножко политичен. Если поешь популярные песни, где про любимых и вечный рассвет, прочно сидишь на рассиженном месте, и ничего невозможного нет. К группе отношусь ровно, дай бог. И Пресняков старший, Петрович, это вообще отдельная песня. Он тоже считает меня продюсером. А вот очень интересный момент. Все его знают как саксофониста, все его знают как отца Владимира Преснякова-младшего. Очень мало кто его знает как композитора, тем не менее. Раздаю как композитора, у меня лежат его альбомы, его все новеллы и прочее, прочее. Вот там могу, если интересуетесь, могу выдать, если интересуетесь. Ну, я почитайте, что пишет про меня Петрович в Фейсбуке, всем станет понятно. Если же, он, как он говорит, если пока Жаров не скажет «да», я пластинку не выпускаю. Ну, он вас высоко ценит. Весьма. Спасибо ему, кстати, я очень признателен.
Честное слово, в порядке комплиментов прошу принять эту фразу. Вы как-то умудряетесь быть в тени. Если бы не Сергей Геннадьевич Миров как-то сказал, что вы являлись продюсером «Осина», именно тогда я вас впервые слышал из уст Сергея Геннадьевича Мирова. Если горе чужое не берется живое, я скажу, что такое там начинается свастика. В музыкальном мире он известен как группа под названием «Зодчие». Именно там он появился как музыкант совершенно кратковременно. Больше он, конечно, хорош как режиссер. С большим удовольствием его посмотрел две его режиссерских работ о лошадках под названием «Ход конем», посвященные соревнованиям по конному спорту на Олимпиаде 80. С моей точки зрения, замечательные режиссерские работы. Мне даже как исследователя, как реконструктора истории человечества, мне развил спортивный интерес чуть более углубленно заняться темой коней и коневодства в истории человечества. Давайте вы скажете о самой душевной истории, самом душевном вечере за всю вашу жизнь в музыкальную. Самый душевный вечер, буквально 2-3 минуты. В каком плане душевный вечер? Музыкальный, где я играл, или вообще вечер? Ну или вообще вечер, грандиозное впечатление вашей жизни, которое было один раз. Новогодних событий ну, там. Когда я увидел, встретил вторую жену, я понял, что это она. Дарованный мне Богом. Был 14 февраля 1994 года, в день типа всех влюбленных, когда я еще понятия не имел никто, что существует такой день Валентина. Вечером, вот и все, день моей жизни. И правильно ли я понимаю, волею судьб она оказалась матерью ваших детей? Да. Скажите немножко о ваших детях. Старший от этого брака, Максим. Он сидит в каких-то, я не понимаю, как он зарабатывает деньги. ВП, что он зарабатывает, если у него в гараже стоит рамтрак, автомобиль Dodge, который, извините, мама, не говорю, грузовик больше. Ну, а младший, это человек, у которого миллионы просмотров в Ютубе, который блогер, сумасшедший блогер в Инстаграме. Главный нивовод страны. Жаров, ZHAROV, пробел 573. Блогер сумасшедший просто. Великолепными знаниями, великолепной головой, фильмы, его приглашают сниматься. Позвольте за вас порадоваться. В Ютубе главный нивовод страны. Нивовод? А слово «нива». Марка автомобиля. Марка автомобиля, совершенно верно. Будем смотреть. Очень интересно. Валерий Алексеевич, наверное, на этом все. Большое вам спасибо. Да. Было так здорово. Хотите что-то из своего прекрасного жилища, из вашего прекрасного парка показать? Пожалуйста, к вашим услугам. Мы можем туда пройти за съемочным средством.